Свое начало музей истории локальных войн берет с издания книги «Суровый приказ выполняя». Это книга о наших земляках, тех, кто воевал в горячих точках после окончания Великой Отечественной войны и в постсоветский период. Логичным ее продолжением стали экспозиции музея. Я бы остановилась на двух очень таких дорогих всем экспонатах. Это, во-первых, вот когда сюда приходят дети, я обязательно говорю, что вот это вот знамя, точная копия знамени Победы. А второй вот просто потрясающий подарок сделали воткинские художники, портреты участников афганской войны. Музей расположен в доме номер 2 по улице Садовникова. Здесь можно узнать о судьбах погибших земляков, до глубины души осознать, какую цену они заплатили за мир на родной земле, посмотреть на их лица. У этого стенда нельзя шуметь, нельзя поворачиваться к нему спиной. На этом стенде изображены фотографии ребят наших воткинских, которые погибли в горячих точках. Музей был открыт к 15-летию вывода советских войск из Афганистана. Не раз его посещали офицеры и генералы, чьи судьбы каким-либо образом связаны с событиями тех лет. По мнению организатора выставки Людмилы Карповой, людям, а особенно представителям молодого поколения, просто необходимо знать историю родного края в лицах, чтобы ценить ее, чтобы брать пример с героев. Елизавета Парамонова, Валерий Колдомов, Воткинске.